Зима вступила в свои права. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 5% от ноябрьской нормы осадков. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. По информации пресс-службы регионального Минтранса, за минувшие сутки дорожные службы Московской области обработали противогололедными материалами свыше 9000 километров региональных дорог, что составляет порядка 65% от общей протяженности сети. В работах было задействовано 513 единиц спецтехники, в том числе 330 комбинированных дорожных машин. Водителям, выезжающим на дороге в Подмосковье после выпавшего снега, следует быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.